Всем привет, ребят, уже на открытой воде. Смотрите, какая погода. Тишина, даже видать рыбка какая-то маленькая играется. Поставил стоечки, сейчас закину две поплывочки, попробуем. Тут ямка рядом. Это первый выезд. Пишите комментарий, давай карася уже на поплывок. И вот он, первый выезд, первая проба. Не знаю, что получится. Погодка сегодня шикарная. И видать, что рыбка играется. Ну, может, что-нибудь и будет. Сейчас я разложусь, закину удочки и продолжим. Так, из насадки у нас сегодня взял тутти-фрутти, вот такая прикольничка. Потом вот это я зимой ее использовал, видели. Ловилась зимой хорошо. Тут пшенка, семечко дробленое. И еще что-то забыл. Блин, что я еще сюда добавлял? А, ирис, вот. Накопал червей. Думал, не будет их. Удочка у меня новенькая, сегодня расскажу. Сейчас я ее сразу же закину, насажу и потом про нее подрасскажу. Баньки. Блин, прям уже самому интересно. После зимы на поплывочку. У Лени получилось. Репетитор у нее сейчас подготавливается она к школе, так сказать. И да даже уже просто в такую погоду выехать, это уже кайф, так сказать. Это у меня 6-метровая удочка. До этого все были пятишки. Это взял 6. Иногда нам нужна 6-метровая. Тут вот, правда, неудобно. Тут видите, ух ты, уже зацепил. Тут вот всякие деревья мешаются, но тут всегда ловится вроде. Ну давайте. Опа, червячок. Тишина такая. Сюда, опа, тут червячок будет. А вот сюда второй крючочек. Давайте опарик. Видите, такой маленький. Фанатика такая серия есть. Опа. Опарика 3, наверное, насадим. Хватит. Посмотрим вообще, что он сейчас берет. А то, может, не будет. Наверное, я чуток подразмешаю прикормочки, чтобы она липкая была, а то она не липкая, в холодильнике полежала. Поклевки идут какие-то, не вялые. Вот так вот. Запах тутти-фрутти. Че, тишина? О. Была поклевка. Ну давай, кто первый в этом сезоне у нас будет? Карась, наверное, конечно. Что же еще? Кормить. Закинул вторую уже удочку. Постоит. Чтобы липкая была. Шарик закинуть туда. Вторую закинул чуть поближе к берегу. У нее пока вообще тишина. Но там крючки чуть, оснастка толстая такая. Сейчас надо более тонкую. Блин, ну передача у ней, конечно, хорошая. Вот она.
Первый карасик. Ну все, ребята, открытие есть. Взял червя. Смотрите, какой. Пески весь. А, ну это сейчас, наверное, кого-то. Взял на червячка. Сейчас примерно нашел, где он стоит. Прикормка сработала, видно. Ну такой. Жарешка. Можно будет взять. Садок, как всегда, не брал. Да я думал, сегодня вообще ничего не поймаю. Ну, видите, клюнул. Клюнул карась. Скоро сазанник будет заходить. Взял на червя. Потом вам покажу. Часто сейчас спрашивайте за оснастку, за всю мою. Крючки покажу. Ящики у меня лежат. По поводу лески на 6 килограмм разрыва стоит. На той удочке, по-моему, вообще там толстая. Это у нас фирма Брайан, 6 метров, катушечка. Так видите, тут рыбка есть, но закидывать неудобно. А катушечка, ребят, с Алиэкспресса. С Алиэкспресса вот пришла. Там. Чисто вот для поплывочки взял ее. Ничего, хорошая катушечка. Для поплывочки самое то. Вот он. Вот он. Сидит уже. Сидит уже. Офигеть. Блин, удочка кайфовая. Взял с маленьким тестом. Гля-гля, как ее. Передача рыбы хорошая. Вот он. Давай, да. О, взял на опарика. Иди сюда. Блин. Иди, 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 иди. Сам зацепился, не подсекал. Это вот крючочки вам покажу потом. Или вставлю фотку прям. Он самый засекающийся. Я его повесил наверх. И специально вот подвесил под опарика. Видите, опарик маленький крючочек. Под опарика. Стопы. Ну, такой, видите, один к одному. Тихо, тихо, тихо. Ништяк. Обкатали новую удочку. Все-таки тонкие снасти что-то значит по ранней весне. Так, давайте опарика белого подсунем сюда. Вот он, видите, кривой. Самый засекающий. И остренький. Оп, опарик свободный. Насчет сазана не знаю. Будет ли он сейчас, не будет. Мне кажется, навряд ли. Для сазана еще рано. Сейчас пригреет чуток. Тогда уже можно и сазан пожать. Притапливает и все. Не дергает. Слегка оп, приподнял. Оп, опять, оп, оп. Опа. Вот сейчас уже. О, блин, ну передача у ней, конечно, хорошая. Давай сюда иди. Приятно. Сазана, я думаю. Да что это будет? Сазана, я думаю, на эту удочку вообще будет кайф тащить. Оба. Тут прям такой плотненький. Видите, придавил поплывок и все. И в одном положении. Один уже у меня слинял. И фиг с ним. Я не сильно обижусь, что если они все слиняют. Взял на этого. Еще поклевка такая странная была. Дюб-дюб-дюб-дюб-дюб-дюб. Ни туда, ни сюда. Сам засекающий. Взял. Смотрите.
А, первый сазан этого сезона. Ну, не считать, что на спиннинге ловили. Такое вот. Взял тоже на опарыша. Ребят, кто знает, что за птичка, гля, какая красивая. Спряталась. О. Как попугай какой-то. Офигенная. Блин, по кайфу этой удочкой вообще. О, ё-моё. Да вот это, ребят, лайк. Как у нас на канале заведено. Дуплет, значит, лайк. О, плотвичка, нифига себе. Блин, вообще не ожидал. Ух ты. Карасик, смотрите. Плотвичка подошла на эту прикормку. Смотрите, какая достойная такая. Плотвичка на опарика взяла. О, все скатилось. Ну, фиг с ним. Не видел даже поклевки. Ух ты, как гнется, блин, да, удочка. А, зацепил я его. Зацепил я его, ребят. Вот и не видел поклевки. Тихо, тихо тебе. Какое-то рыжее пятно у него тут. Смотрите. Освободил я прикормочное ведро. Ну, с утра чуток поактивнее была рыбка. Сейчас что-то вялые поклевки какие-то совсем. Сам вроде не сильно большой, а да, чуть поменьше, чем стандарт. Взял на червя. За поплывки, ребят, много всегда вопросов. Оба. Что за поплывочек? Поплывочки, ребят, новые разработки, так сказать. Технологию я вам ставлю сейчас кусочек видео. Посмотрите, что да как делается. Уже можете искать их в своих магазинах. Я второй год на них ловлю. И видели, я их ломал. Специально кирпичом по ним бил. То, что крепенькие. Особенно какая у меня сестра. Любительница ломать поплывков. Все, стоит. Мне приходится использовать. Скоро, наверное, на чугунные перейдем. Компания Vormix, российский производитель поплавка и мормышки, представляет свою инновационную разработку и новинку 2020 года – поплавок из полиуретана. Особенность поплавка нового поколения в том, что он сделан из особого материала – вспененного полиуретана. Данный материал произведен по инновационной технологии компании Vormix, который дает ряд преимуществ в сравнении с привычной нам бальзой или пенопластом. К основным преимуществам современного поплавка относятся прочность и долговечность, что, несомненно, оценят любители и фанаты рыбной ловли. Весь секрет в особенности вспененного полиуретана. Он заключается в структуре закрытой ячейки, которая полностью исключает впитывание воды, даже если внешний слой поврежден. Поплавок из вспененного полиуретана можно резать, царапать, протыкать и деформировать. Например, наступать ботинком,
и даже переехать автомобильным колесом. Он все равно остается полностью работоспособным и точным в огрузке. Тело поплавка неубиваемое. Поплавок же из бальзы при подобных повреждениях начнет пить воду и утонет, а поплавок из пенопласта попросту придет в негодность. Вспененный полиуретан очень легкий, имеет положительную плавучесть. Плотность материала равномерна, благодаря чему поплавок имеет высокоточную заявленную отгрузку и не имеет погрешностей, что, несомненно, оценят продвинутые рыболовы и рыболовы-спортсмены. И главное – доступность. Розничная цена такого поплавка составляет порядка 50 рублей. С учетом вышеперечисленных преимуществ, это самое выгодное предложение на рынке. Современный поплавок представлен в широком ассортименте, который включает в себя три основные категории. Это классические поплавки для любительской ловли, спортивная серия для глухой оснастки и матчевая серия для ловли на дальних дистанциях. Компания Vormix всегда рада новым партнерам. Полная информация о сотрудничестве и наши контакты представлены на сайте vormix37.ru. Видите, еле-еле. Кто это такое? Плотва, что ли? Чё это такое, блин? А? Ну да, плотвичек, смотрите. На парик опять взяла. Я его как заглотил, хорошо. Хорошие крючки. Взял чисто на пробу. Самозасекающие, оказывается, неплохо работают. Оба. Не знаю, пойдет. Кто давно меня смотрит, знает, что я приветствую такую плотвичку на жареху, не знаю. Люблю я такую плотву жареную. Чуть я тут неправильно сделал. Надо будет переделать, видите, съезжает. Чуток зафиксирую вот тут его, чтобы нос не ездил. Так, подтягиваем. Да, чуть ближе. Готово. Тоже плотвичка, что ли? Да не. Ух, видите, как я да, это. Ух ты, какая, ё-моё. Нифига себе. Опять на опарика, смотрите. Вот это плотвище, блин. Лё, крючок опять самозасекающийся сработал. Сейчас мы, лё, какое. Сейчас мы быстро подсадим на вот это место. Место червя опарика. Такую плотву я с удовольствием половил. А тут крючок, видите, еще большой. Там я повесил маленький. Так, давайте. Два штуки ей прям. Пусть обожрется. Раз. Два. Второй сезон использую. Ну, там есть серия у них фидер. Вот она обалденная. Ну и тутти-фрутти, особенно сазан, плотва. Видели зимой, как плотвичку она собирает. Не так часто я ездил на плотву, но всегда с этой прикормкой она выручала. И вот сейчас, смотрите, тоже плотва подошла, не чисто карась. Давай, 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 давай. О. Непонятно, непонятно. Плотвичка, что ли? Ну да. Смотрите, тоже хорошая плотва. Блин, да вообще здорово. О, вот это подперло. Иди ко мне, мой сладкий сахар. Карасямба. Черный какой-то. Ох, заглотил как-то.
хорошо. Когда успел только. Оба. Есть. Сейчас плотву покажу. Да давай тогда. Ради вот-вот. Где плотва? Плотва уже соскочила, да? Иди сюда. А, все. Показал вам плотву. Хорошая была плотва. Видели. Ну все, ребят, заканчиваю рыбалочку. Ну, в принципе, это нормально. Плотва, смотрите, хорошая прям. Ну все, закончили рыбалочку, прогреваю машину. Время у нас 12 почти. В принципе, недолго я посидел, наловил, даже плотвичка клевала, сазанник мелкий. Я думаю, достойная рыбалочка. Вы пишите комментарии. Судак, карась, на что будем ездить, на что чаще видео снимать, потому что снимаю для вас. Естественно, вам и смотреть. Ну все, ребят, оцениваем. Всем пока.